Bună seara, dragi telespectatori! Vă mulțumesc că ne urmăriți! Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, дорогие телезрительницы! Спасибо, что смотрите нашу передачу. Сегодня вторая передача из цикла разговоров и обсуждений новой Конституции Республики Молдова. Это инициатива граждан, потому что мы считаем, что та Конституция, которая действует сейчас, она является основой коррупционной, воровской и мафиозной системы страны. Нам нужна новая Конституция, Конституция, которая будет разработана гражданами, которая будет работать для граждан, которая будет принята на всенародном референдуме. Мы будем стараться все это делать. И вас призываю активно подключаться к этой работе. Конституция страны – это базовый документ. И она должна быть четкой, структурированной и логичной. Поэтому мы в прошлый раз говорили о преамбуле и говорили о том, почему нужна новая Конституция более детально. Но сейчас я расскажу, какова будет структура новой Конституции, а дальше мы поговорим о первом разделе. Итак, Конституция будет состоять из преамбулы, из первого раздела, который называется «Принципы государства», второго раздела, который будет говорить об основных правах, свободах и обязанностях, при этом будут более детализированы, то есть будут расшифрованы и сделаны отдельные главы по правам и свободам и обязанностям. Как то глава о личных правах, глава о социальных правах, об экономических свободах, о политических и культурных свободах, о праве на управление государством, а также про основные обязанности. Все это будет детально изложено, структурировано и найдены те механизмы, которые позволят нормально работать стране и жить по Конституции, которая будет функциональной. Следующий раздел – это публичные власти, которые будут состоять тоже из разных глав. Это будет глава о парламенте, следующая глава – о президенте, следующая глава – о местных властях, отдельно выделим следственные органы, а также судебные власти, то есть суд. Четвертый раздел, который мы хотим внести в новую Конституцию Республики Молдова, это раздел о гражданском обществе. Мы хотим, чтобы гражданское общество было наделено правами как контроля, так и распоряжения публичными финансами. Это обязательно будет туда внесено, и отдельно будем это обсуждать. И, наконец, пятый раздел – это как изменение Конституции, то есть процедура ее изменения, которая будет принята. И заключительный раздел, шестой – это переходные положения. О преамбуле мы говорили в прошлой передаче, я надеюсь, все вы ее почитали. А сегодня мы будем говорить об основных принципах молдавского государства, то есть о разделе номер один. Данная информация, то есть данный текст, опубликован на Фейсбуке на странице Конституционный форум, форум Конституционал. Вы легко можете его найти. В самой верхней части есть закрепленный текст, который каждую неделю нами дополняется. Преамбула там есть, и там уже опубликованы, уже практически неделю висит раздел номер один. Основные принципы молдавского государства. Он представлен на двух языках, и все те, кто лучше владеют одним либо вторым языком, могут легко его почитать. Мало того, я надеюсь, что многие из вас его прочли. Однако, меня терзает смутное сомнение, что очень многие это сделали, особенно те, которые смотрят данную передачу. Поэтому я предлагаю построить наше сегодняшнее общение следующим образом. Я буду зачитывать положение первого раздела и буду комментировать, почему нужен именно такой текст, не другой, откуда он появился, откуда он взялся, в чем его юридическая или историческая составляющая, в чем его насущная необходимость. Итак, позвольте мне начать читать и комментировать. Итак, что мы предлагаем? И как мы предлагаем изменить первый раздел? Звучать он будет так. Раздел 1.
основные принципы молдавского государства. Статья 1. Государство Республики Молдова. Государство Молдова – суверенное и независимое, единое и неделимое государство. Что это означает? Суверенное и независимое. Нас признали на международном уровне, признали наш суверенитет. Что такое суверенитет? Это означает, что мы, граждане страны, люди, которые здесь живут, которые имеют право голоса, мы сами определяем то, как мы хотим жить, как мы хотим управляться, какие цели мы перед собой ставим и как мы хотим этих целей достичь. То есть, это наша страна, и мы сами распоряжаемся в ней, мы сами себе являемся хозяевами. Это и есть суверенитет. Слово «независимое». Пока, к сожалению, это только лишь благое пожелание, потому что Молдова маленькая страна. У нас нет большого военного потенциала, и поэтому, к сожалению, мы зависим от внешней политики, от тех супердержав, которые и центров силы мировых, которые определяют мировую политику. Однако, при всей своей небольшой территории, Молдова играет существенную роль в политике мировой, а именно, мы являемся балансом. Мы балансируем противоречия между Западом и Востоком. Вернее, мы должны это делать. Мы должны балансировать. То есть сдерживать одних, сдерживать других или пытаться сделать так, чтобы они взаимосотрудничали, быть проводником из Запада на Восток, из Востока на Запад. К сожалению, пока это не получается. Но я надеюсь, что это обязательно будет. Потому что это наше естественное абсолютно предназначение. Поэтому независимость наша, она достигаема только в том случае, если мы будем вести мудрую, взвешенную и качественную внешнюю политику. Единое и неделимое государство. Но все вы знаете, что у нас есть проблема с восточными территориями. Это рана кровоточащая, которая, к сожалению, пока не закрывается. Не решаются, хотя там живут, с другой стороны Днестра, точно такие же люди, как мы. Кстати, мне совершенно не нравится название Приднестровье, потому что Приднестровье – это возле Днестра, Приднестре. Но и правый берег – это тоже Приднестровье. Сороки – это Приднестровье. Вадулы воды – это Приднестровье. Следовательно, термин Приднестровье, который кто-то там где-то придумал, скорее всего, на Востоке, он не отражает реального состояния, не отражает того, что есть, я бы говорил о восточных землях или о восточных территориях. И говоря о проблеме Приднестровья, я бы называл это проблемой восточных земель, восточных территорий Республики Молдова. Однако, мы все надеемся, что мы решим эту проблему, и страна воссоединится, поэтому в Конституции новой мы хотим и забиваем, что это единое и неделимое государство. К тому же еще есть Хельсинский акт 1975 года, который гласит о том, что границы государств являются такими, какие они есть, признаются и не меняются. Почему? Потому что всегда измена границ в Европе приводила к массовым, к серьезным конфликтам, к массовой гибели людей, к абсолютно ненужным войнам. Поэтому был принят Хельсинский пакт, и это хорошо. И мы тоже должны его учитывать в своих устремлениях, в своей жизни. Но решим эту проблему тогда, когда мы, проблему объединения страны, тогда, когда мы, конечно же, наведем порядок здесь, у себя дома. Тогда, когда у нас поднимется уровень жизни, когда начнутся реформы и пойдет увеличение средних зарплат существенно. 2, 3, 4, 5, 6 тысяч евро. И не удивляйтесь, это действительно возможно. Просто надо грамотно управлять. А чтобы грамотно управлять, необходимо, чтобы были у управления грамотные люди. А чтобы были грамотные люди и честные люди, и эффективные, необходимо, чтобы они действовали на основании закона. А законы закладывает Конституция страны. Поэтому, чтобы уйти от мафиозного государства и перейти к новой стране, к динамично развивающейся республике, нам необходимо принять новую Конституцию. Вы увидите
в самое ближайшее время, что тема Конституции и ее изменений, и ее изменения и принятия новой Конституции будет звучать на досрочных парламентских выборах. И никуда не денутся наши политики от этого. Потому что нам необходимо закладывать прочный фундамент для существования нашей страны, для возведения многоэтажного и красивого здания молдавской государственности. Без прочного фундамента это невозможно. Этот прочный фундамент и закладывается Конституцией страны. Поэтому мы хотим, чтобы новая Конституция обсуждалась, в новой Конституции участвовали граждане, предлагали, спорили, говорили, и мы, чтобы мы находили общий консенсус в тех или иных формулировках для того, чтобы принять такую Конституцию, которая позволит нам жить и жить хорошо, и развиваться при этом. Второй пункт первой статьи гласит: форма правления молдавского государства – республика, действующая на основе принципов демократических свобод, права и разделения властей, а также на основе сбалансированной системы сдержек и противовесов различных ветвей и уровней власти. Что это все такое? В истории существовали разные формы государств. Это были рабовладельческий строй, различного рода империи, монархии, диктатуры, страшные какие-то проявления, которые мы видели в азиатских, на Дальнем Востоке, да, на Дальней Азии. Все это в прошлом. Вернее, все это принадлежит к прошлому. Потому что мир перешел от всех этих диктатур, от всех этих террористических методов организации государства, устрашения, или от сословности, да, который монархия предполагает сословность. Там есть всегда дворяне, и есть низший слой, который несет на себе основные тяготы и обязанности, а дворяне управляют. И получалось как-то не совсем справедливо. И великие мыслители Франции, великие философы Англии и других стран, они пришли к выводу, что необходимо иметь новую форму управления государством, а именно республика. Чем она хороша? Тем, что в республике все люди равны. Тем, что нет обожествления какого-то тирана. Тем, что там нет царя, которому все подчиняются и лобыздают и падают в ноги. Нет султана, да, нет эмира. Нет ничего этого. Каждой стране по-своему. Конечно же, должно быть. Каждая страна должна прийти к этой демократии. И Молдавия, она очень много страдала. 30 лет она идет к демократии от того строя, который существовал при Советском Союзе. Очень своеобразная форма управления государством. Но Молдова идет к демократии. Она к ней еще не пришла, но есть надежда, что этот процесс скоро начнется. Не закончится, а только лишь начнется. В республике, в монархии, чем она плоха? Тем, что вся власть сконцентрирована в руках одного человека. Вся власть – это представительская, то есть парламент, это исполнительная, то есть правительство, это судебная власть. Король, царь, так, князь, султан, он является вершителем судеб, и, может быть, иногда это хорошо. Но представьте себе, что верховным правителем, царем, князем станет не грамотный, толковый человек, а безграмотный идиот. И что тогда он сотворит со страной? И как будут тогда жить люди? Мы знаем эти примеры, когда в истории, когда просто существовали репрессии, некомпетентные правительства устраивали геноцид собственного народа. Ничем хорошим это не закончилось. Демократия, республика позволяет переизбрать, убрать. Там нет наследственной монархии, нет наследственной власти. Она позволяет сделать ротацию, а именно убрать идиота и дурака от рычагов власти, если он туда попал.
Поэтому республика – это самая прогрессивная форма управления государством и организации государства. Поэтому мы об этом и говорим, что форма правления молдавского государства – это республика, действующая на основании принципов демократических свобод. О них мы скажем чуть дальше. Право и разделение властей. Почему право? Почему? Это законы. Законы, которые написаны и которые приняты нормальным парламентом, приняты для людей, во имя людей, они позволяют привлечь инвесторов, они позволяют предпринимателям не иметь дополнительных рисков во время своей собственной работы. Поэтому это прогрессивная форма. Поэтому нужно право, поэтому нужны законы. Право – это законы. И люди должны жить по законам, не по мафиозным понятиям, когда сегодня одни, завтра другие, а закон. И когда где работает закон, тогда там начинается процветание. Там, где закон не работает, там на всю катушку играют такие вещи, как коррупция, куматризм, непотизм. И это все ужасно. Что такое разделение властей? Разделение их на разные ветви, такие как судебная, такие как законодательная, такие как исполнительная власть. Для чего это надо? Для того, чтобы ни одно лицо не сконцентрировало в своих руках столько власти, чтобы подмять под себя суд, правительство и парламент. Чтобы не вернуться обратно к той системе монархического правления, абсолютной власти, которая изжила себя и которая является далеко не самой прогрессивной. Мне могут возразить примеры Швеции, примеры Великобритании, что да, там правят монархи. Ну, во-первых, там правят умные монархи, с чем их страны можно поздравить, или, скажем, в Испании. Во-вторых, все ж таки монарх там имеет лишь представительские функции. Это просто дань традиции. А это конституционная монархия, и основную роль в стране все-таки играет конституция, парламент и разделение властей. Переходим к статье 2. Она гласит, это статья, название, символы и столицы Республики Молдова. Официальное название молдавского государства – Республика Молдова, в скобочках РМ. Флаг, герб и гимн являются государственными символами Республики Молдова и охраняются законом. Столицей Республики Молдова является город Кишинев. Если вы сравните с тем, что есть в нынешней Конституции, то вы увидите, что в данной статье говорится о языке, говорится о флаге и детально расписывается, что, куда и как. Дорогие друзья, вопрос о языке не является первостепенным. Вопрос о языке – это то, что нас разделяет. Я считаю, и мы считаем, что не надо нам зацикливаться и устанавливать государственный язык в Республике Молдова. Мы должны установить эти языки, не просто не государственными их сделать, а сделать их служебными языками или языками деловой переписки. Тем самым мы снимем очень большую проблему и снимем все напряжение, которое существует в нашем обществе. Ведь по большому счету, если мы посмотрим, как работают предприниматели и предприятия, там, собственно говоря, на любом языке ты обращаешься к продавцу, он тебе отвечает. Да. Лимба молдовиняскр, сау дориса нумитс румыны, да, сау алта лимба, орчи лимба нарфи. Да. Платите деньги, и мы вас обслужим. То есть бизнес самостоятельно пришел к идее двуязычия, а то и трехязычия. И пусть этих языков будет много. Давайте не будем концентрироваться на этой теме. Давайте не будем делать то, что нас разъединяет. Давайте уйдем от этой проблемы. Давайте оставим ее. Главное, чтобы мы понимали друг друга.
Ведь язык нам дан не для того, чтобы мы друг друга уничтожали, не для того, чтобы мы друг с другом дрались, а для взаимопонимания, для того, чтобы кто-то кому-то что-то спросил, тот ему ответил. Человек разъяснил свою мысль, другой его переспросил и так далее. Я бы очень хотел бы, чтобы если по соседству живут две семьи, одна русскоязычная и молдоязычная, чтобы утром молдоязычная, когда они встречаются между собой, когда идут на работу, чтобы молдоязычная говорила «доброе утро», а русскоязычная семья, чтобы отвечала «буна де меняться». Это будет красиво, это будет правильно, это будет взаимоуважение людей между собой и взаимопонимание. Поэтому надо уходить от тех проблем, которые нас разъединяют. Надо концентрироваться вокруг важного, главного. А главное – это наша жизнь, которая очень-очень быстро проходит. И надо прожить ее красиво и достойно. А для этого нам нужна правильная организация нашей страны, правильная организация нашего государства и правильная и хорошая, добротная, качественная конституция, о которой мы говорим и которая, я надеюсь, будет принята на всереспубликанском референдуме гражданами страны. Что касается флага, герба и гимна, те, которые приняты и существуют, они тоже разделяют людей. Потому что далеко не каждый человек, не каждый гражданин Республики Молдовы получает удовольствие от тех слов, которые слышат в гимне страны. Зачем мы это делаем? Зачем мы разделяем людей? Давайте найдем те слова и ту музыку, которая нам всем понравится, которую мы будем с удовольствием петь. Даже на наших застольях. Будем начинать наши застолья, может быть, завершать их. И будем петь гимн нашей страны. Флаг. Когда его принимали, наверное, хотели сделать Молдову румынской провинцией. Потому что отличается от флага Румынии он только гербом. Очень похож на флаг какой-то провинции. Нам нужен свой флаг. Об этом нужно говорить, об этом нужно думать. Но об этом должен быть отдельный закон. И не в Конституции записывать эти вещи. Не нужно. В Конституции мы должны писать то, что нас объединяет. То, что делает нас единым народом. То, что делает нас достойными гражданами своей страны. Ну и надеюсь, никто не будет возражать против того, что столицей Республики Молдовы является Кишинев. Это исторически было, есть и, надеюсь, будет. В то же время не стоит писать здесь никаких городах республиканского значения, чтобы не вызвать зависть, не вызвать ненужное никому противостояние между, не знаю, Тирасполем и Бельцами, и Сороками и Бендерами. Ни к чему это. Поэтому достаточно упоминания, что Кишинев является столицей. Называть его городом или муниципием. Давайте думать, давайте спорить, давайте говорить. Пока записан город, как и в ныне действующей конституции. Но он изменился, он стал муниципием. Может быть, надо написать «Муниципий Кишинев». Заходите на страницу, оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы в комментариях к данной передаче. Все посмотрим, на все ответим. Давайте вместе обсуждать. Пригласим вас в соответствующие группы, чтобы вы могли работать по разным разделам Конституции, которые вас могут заинтересовать, по которым у вас, возможно, есть мысли, по которым у вас есть предложения. Но если вы их будете держать у себя, в себе, и о них никто никогда не узнает, поэтому делитесь ими, участвуйте, пожалуйста, прошу вас. Статья 3. Территория Республики Молдова. Территория Республики Молдова неотчуждаема и признана международным сообществом, а также международными договорами о делимитации границ с соседними государствами. Слава Богу, у нас нормальные взаимоотношения с нашими соседями, как с Республикой Украины, так и с Республикой Румынии. И дай Бог, чтобы эти отношения оставались нормальными, добрососедскими, чтобы они развивались на благо как наших граждан, так и граждан наших соседей. Мы хотим жить в мире, мы хотим жить в добрососедстве со всеми, развивая
бизнес, развивая торговлю, взаимоинвестиции, двигая капиталы, совершая разного рода культурные обмены. Это правильно и это нормально. Но, естественно, все это мы будем делать на основе взаимовыгодности. Поэтому, если этой взаимовыгодности не будет, правительство должно обязательно отстаивать интересы нашей страны, наших граждан. Не всегда, к сожалению, оно это делает. И почему он это не делает? Потому что нет соответствующих систем контроля над ним, нет соответствующих законов и нет нормальной конституции. Как говорится, все дороги ведут в Рим, все проблемы Молдовы ведут к конституции, которую так или иначе, но скоро придется новую принимать. Следующая статья, 4. Суверенитет и государственная власть. Пункт 1. Высшим сувереном, носителем и источником власти молдавского государства является народ Республики Молдова, осуществляющий управление молдавским государством непосредственно, то есть это через референдум, и или через свои представительные органы в формах, определенных настоящей конституцией. Что означает высшим сувереном, носителем и источником власти? И что это является народ? Это мы с вами. И я очень хотел бы, чтобы вы всегда смотрели, будучи в стране, будучи в Республике Молдова, смотрели на все вокруг, как на принадлежащее вам. И деревья, и реки, и озера, и дороги, и здания, и бизнесы. Все, что здесь существует, а уж тем более государство. Это все наше. Это то, что создаем мы своим трудом, своей деятельностью. Я хочу, чтобы мы бережно к этому относились. И это и означает, что мы являемся сувереном. То есть мы управляем на территории страны нашей судьбой и тем имуществом, которое здесь есть. Мы можем очень многое сделать, но мы должны в первую очередь осознать, что деньги не у государства. У государства денег нет. Деньги есть у людей. Люди создают материальные ценности. А государство создает лишь формы управления или распределения этих материальных ценностей и благ. Справедливо должно быть, а сейчас это несправедливо, потому что есть группа людей, которые живут очень богато, в то время как очень многие люди страдают от бедности и нищеты. Такое государство не должно быть. Все должно быть сбалансировано, все должно быть разумно. И самое главное, хочу, чтобы вы поняли, что высшим сувереном, то есть высшим хозяином в стране являетесь именно вы. Именно на ваши деньги существует государство. Именно на ваши деньги работает полиция. Именно на ваши деньги строятся дороги. Именно на ваши деньги принимаются законы. Все делается на ваши деньги, на деньги бюджета. В бюджет собираются деньги с людей. Многие скажут, да, я не плачу, я не работаю, я не плачу налогов. Эх, милые вы люди, платите еще как. Когда вы покупаете товары, когда вы пользуетесь услугами, там уже забиты налоги, там забиты акцизы. И хотите вы того или нет, вы неизбежно наполняете молдавский бюджет. И это деньги, которые вы реально платите. Эти деньги, которые вы могли бы оставить, наверное, себе и как-то ими распорядиться. Но вы их платите, потому что если вы не будете их платить, у вас будут большие проблемы, штрафы, вплоть до возможного изъятия имущества. Поэтому вы платите эти налоги. Вы платите их прямо или платите их косвенно. Если вы живете в Молдове, то вы являетесь потребителем. А потребляя товары и услуги, вы неизбежно платите налоги. Поэтому это ваши деньги, это все наши деньги. Это то, что мы все скидываемся в бюджет. И распоряжаться этим всем должны мы. Мы суверен. Либо непосредственно через референдум, либо через наших представителей, которым мы должны доверять. Мы им доверяем ключи от своего кошелька, от нашего общего кошелька. Мы им доверяем, а они берут и крадут.
Следовательно, мы делаем что-то не так, следовательно, надо поменять. Что поменять? В первую очередь, Конституцию Республики Молдова. Следующий пункт. Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять власть, государственную власть от своего имени. Это то, что было до недавнего времени. Группа лиц захватила власть, подкупила следствие, подкупила суд и продолжает делать до сегодняшнего дня, насколько я понимаю, ибо нужны коренные реформы и большая чистка иллюстрации всех органов власти. И это все не что иное, как узурпация. А согласно следующему пункту, который и сейчас есть в ныне действующей Конституции, и мы здесь его повторяем, что узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа. То есть эти люди, которые осуществляют властные полномочия, не имея доверия народа. То есть они пользуются и распоряжаются нашими деньгами, нашим имуществом, не имея от нас доверенности. Кто эти люди, которые это делают в обычной жизни, которые пытаются распорядиться вашими деньгами, вытаскивая их из вашего кармана, без вашего согласия? Бандиты и преступники. Собственно говоря, то же самое происходит сейчас в стране. Есть надежда на перемены. Слава Богу, что есть такие надежды, что будут досрочные выборы. Но тем не менее, ситуация пока остается прежней. И невзирая на то, что Владимир Плохотнюк и его сподручные покинули страну и официально не находятся здесь, и официально не управляют, тем не менее, система мафиозная, система воровская остается. Она заложена ныне действующей Конституции. Ее нужно точно менять. Причем кардинально. Следующая статья, пятая. Права и свободы человека. Первое. Основными правами и свободами граждан Республики Молдова являются все права и свободы, провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией 217 Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года и являющиеся неотъемлемой частью настоящей Конституции, а также юридическими нормами прямого действия на всей территории страны. Мы говорили в преамбуле о том, что нам нравится Всеобщая декларация прав человека. Это действительно серьезный документ. Но здесь мы говорим о том, что мы берем и делаем всю эту Всеобщую декларацию прав человека частью Молдавской Конституции, частью Конституции Республики Молдова. И делаем это сознательно, для того, чтобы все взяли и прочитали, что же это за документ, чтобы с ним ознакомились, чтобы вы изучали в школах, в училищах, в институтах, в других учебных заведениях, чтобы граждане заинтересовались, почитали и поняли, какие у них реальные есть права, и чтобы они об этом задумались, и чтобы они свои права отстаивали, делали это настойчиво, делали это активно. Пункт второй. Любые законы или нормативные акты, принятые Республикой Молдова и нарушающие или не соответствующие положениям вышеуказанной Всеобщей декларации прав человека, признаются неконституционными и не подлежат исполнению гражданами Республики Молдова. То есть мы хотим сделать такой механизм и предлагаем вам его поддержать, что если вы будете знать содержание Всеобщей декларации прав человека, а лучше выучите ее наизусть, то когда будут приниматься различные решения, постановления, законы, нормативные акты, вы будете их моментально соотносить с тем, что записано в Всеобщей декларации прав человека, а это и ваши права в том числе. И оно должно стать частью Конституции Республики Молдова. Вы будете соотносить, сравнивать и автоматически будете понимать, в чьих интересах это принято, если этот нормативный акт или закон нарушает положение Всеобщей декларации прав.
если вы будете ее знать, то тем самым этим пунктом, о котором я только что упомянул, мы даем право вам не соблюдать подобного рода нормативные акты или законы, если они будут приняты. Я надеюсь, что новые власти и новый парламент не будет играть в такие игры. Следующая статья, которой вообще нет в действующей Конституции Республики Молдова. А мы предлагаем ее внести. Статья 6. Общественный интерес народа Республики Молдова. Пункт 1. Молдавское государство создается народом Республики Молдова и для общественной пользы, в скобочках, интересы молдавского народа. Пункт 2. Общественная польза, в скобочках, интерес народа Республики Молдова заключается в неуклонном и эффективном улучшении материального благосостояния и духовного развития граждан Республики Молдова, а также в качественном и справедливом государственном управлении при осуществлении властями РМ своих прерогатив. Что все это значит? Это значит, что есть общественный интерес, есть интерес народа, который заключается в том, чтобы страна развивалась, чтобы она развивалась неуклонно, чтобы она развивалась качественно, чтобы она развивалась эффективно. И развивалась не просто развитие ради, а для того, чтобы поднимался уровень жизни и чтобы росли заработные платы. Но чтобы это было эффективно. Что такое эффективно? Мы можем набрать, или правительство, которое придет, оно может набрать кредитов от разных международных источников, кинуть их на потребление, поднять зарплаты, и мы это все благополучно проедим. А потом придется затягивать пояса, потому что кредиты-то надо возвращать, а там еще проценты. Поэтому такое управление не является эффективным. Такое управление не соответствует интересам, общественным интересам народа Республики Молдова. Или, например, если такая статья будет в Конституции, то тогда, в случае, если какой-то чиновник вдруг начнет предъявлять претензии к какому-то предприятию, несправедливо будет это делать, и добьется его закрытия, или будет препятствовать его деятельности, тем самым он будет препятствовать тому, чтобы это предприятие платило налоги и пополняло бюджет страны или бюджет местного уровня. А общественный интерес заключается именно в том, чтобы этот бюджет пополнялся эффективно и, естественно, еще и тратился эффективно и хорошо. И в данном случае, имея такую статью про общественный интерес народа Республики Молдова, мы можем такого чиновника привлечь за то, что он привлечь к ответственности и посадить в тюрьму за то, что он нарушает общественный интерес народа нашей страны. Это интересная статья. Статья правильная, статья нужная. Я надеюсь, что вы почитаете, ознакомитесь, обдумаете ее и поддержите данную формулировку. 7 статья. Разделение и взаимодействие властей. В Республике Молдова законодательная, исполнительная и судебная власти разделены и сбалансированы таким образом, чтобы исключить любую возможность узурпации власти, злоупотребления власти, а также несоблюдения властями Республики Молдова общественных интересов народа РМ. При осуществлении своих прерогатив власти РМ взаимодействуют исключительно с соблюдением общественной пользы и общественных интересов молдавского народа и в соответствии с положениями настоящей Конституции. Я думаю, все понятно, особо комментировать не надо. Правильно то, что есть общественный интерес. Если этот общественный интерес будет забит в Конституцию, то властям и будущим правителям волей или неволей придется соблюдать общественные интересы страны, общественные интересы народа. Каждый раз, когда они будут принимать то или иное решение или подписывать какой-то международный акт или договор. И если он не будет, или он будет противоречить интересам Республики Молдова, противоречить интересам граждан и народа, то он будет неконституционным.
А значит, его никто не будет исполнять. Его правовая сила ноль, зеро, ничтожна. Именно поэтому такая статья Конституции и нужна. Статья 8. Конституция РМ – высший закон. Конституция Республики Молдова является ее высшим законом. Ни один закон или иной правовой акт, противоречащие или не соответствующие положениям настоящей Конституции, не имеют юридической силы и не обязательны к исполнению. Эта формулировка отличается от того, что есть в действующей Конституции. Пожалуйста, почитайте, сравните, посмотрите. Статья 9. Вот интересная статья. Нейтралитет Республики Молдова. Республика Молдова провозглашает себя нейтральным государством, не участвующим в каких-либо военных блоках, союзах или военных действиях, учениях, маневрах за пределами территории республики. Вы помните, какие были проблемы, когда какой-то контингент нашей армии поехал на какие-то учения за рубеж. Это возникли трения между тогда еще президентом Дадоном, парламентом, обществом. Зачем нам все это? Вводим в Конституцию норму, что мы не участвуем нигде, ни в каких блоках, ни в каких учениях за рубежом, никаких маневрах. Внутри страны сколько угодно. Посылать на учебу в Россию, в Брюссель, в Вашингтон, в Китай, куда угодно, в военное училище, пожалуйста. Мало того, даже будет приветствоваться эта вещь для того, чтобы наши офицеры прошли различную подготовку в разных армиях мира, взяли самое лучшее и принесли это сюда. Заодно образовав дружбу с теми офицерами будущими, со своими курсантами, с которыми не буду служить, они станут друзьями с ними, потому что будут вместе проходить через тяготы и лишения воинской службы, вместе хлебать из одного котелка. И тем самым они будут стабилизировать нейтралитет нашей страны, так как будут друзьями с, я знаю, с офицерами, высшими офицерами различных армий мира. Мало того, зная и имея разные связи на неформальном уровне, в будущих возможных конфликтах и противостояниях различных центров силы мира, возможно, Республика Молдова и эти офицеры, которые учатся в разных заведениях, военных заведениях мира, они могут сыграть решающее слово. Тем самым Молдова опять-таки становится и сыграет роль мостика между Западом и Востоком, который является ее абсолютно естественной вещью. Статья 10. Приоритет внутреннего права РМ над международным. Республика Молдова провозглашает принцип приоритета внутреннего права над международным правом во всех случаях, кроме случаев заключения двусторонних или многосторонних международных договоров, прошедших все этапы ратификации, промульгации и публичной огласки и не противоречащих положениям настоящей Конституции. Другими словами, мы здесь закладываем принцип того, что любые международные договоры, любые участие в любых международных организациях должно быть в общественных интересах народа РМ. Потому что в это есть в Конституции. И ни один международный договор не может быть ратифицирован, если он не соответствует Конституции Республики Молдова. Он будет признан неконституционным. А значит, не имеющим юридической силы. Мало того, принятие такого положения облегчит работу нашим дипломатам, которые смогут в своей работе, в своих переговорах с нашими международными партнерами, с нашими друзьями, всегда ссылаться на этот пункт Конституции страны. Почему? Потому что такова воля народа, и ее игнорировать никто не может. Пункт 11. Республика Молдова, вернее, статья 11. Республика Молдова – светское государство. Республика Молдова – светское государство
и ни одна религия не может быть признана в виде доминирующей или государственной. Здесь все просто, с одной стороны, и понятно, а с другой стороны, у нас очень часто бывает так, что политики пытаются заручиться помощью церкви. Это неправильно. Кесареву Кесарева, Божье Богу. Давайте мы сделаем так, что больше ни один политик никогда этим не занимался. Чтобы он оставил церковь в покое, чтобы он оставил верующих в покое, чтобы он не пытался пиариться за этот счет. Чтобы ему даже в голову это не приходило, потому что это неконституционно. И именно этой статьей мы закладываем светский характер молдавского государства и говорим о том, что никто, ни одна религия не может быть доминирующей или государственной. Мало того, разделены религия и государство, разделены церкви и государство, и государство не отвечает по обязательствам церкви или любой религии, и наоборот. Каждому свое. 12-я статья. Республика Молдова – социальное государство. Республика Молдова – социальное государство, гарантирующее своим гражданам минимальный безусловный доход и декларирующее приоритет для сотрудничества с другими социальными государствами мира на основании принципов наибольшего благоприятствования и взаимности. Что все это значит? Мы считаем, что в современном мире государство должно гарантировать минимальный безусловный доход на уровне минимального прожиточного уровня любому гражданину своей страны. Так или иначе. Да. Так или иначе нужно это делать. Почему это важно? Потому что ни один человек не должен в государстве страдать от того, что ему негде жить, от того, что ему нечего есть, от того, что у него нет медицинского обслуживания. Минимальный – это не значит огромный. Это значит, что был бы хлеб, витамины, даже кусочек мяса, что была крыша над головой, не бог ведь что, но хотя бы комната или койка в общежитии, но чтобы государство гарантировало людям это все. Если у человека сложилась тяжелая ситуация, а никто от этого не застрахован, даже самый благополучный человек. Деньги меняют хозяина за один день. Помните, как было? 1000 рублей во времена Советского Союза превратились в 1 лей. И где все эти сбережения? Поэтому надо сделать так, чтобы все люди, все граждане страны знали, что государство о них заботится и будет им предоставлять минимальный, безусловный базовый доход. То есть минимальный безусловный доход, простите. Для того, чтобы люди могли знать, что государство на них заботится, и могли дальше предпринимать какие-то действия, а именно учиться, устраиваться на работу или организовывать разного рода предприятия. Чтобы они не боялись о том, что завтра им нечего будет есть, что завтра им негде будет жить. Вот эта статья именно об этом. Она предусматривает минимальный безусловный доход, который включает в себя все, что нужно человеку для жизни, но по минимальному уровню. Это не только еда и кров, это и одежда, это даже услуги мобильной связи, потому что нынче без них никак, и даже может быть интернета. Все нужно туда включать, и даже чтобы человек ходил на концерт один раз, чтобы ему это, может быть, выделялось не в виде денег, а в виде каких-нибудь талонов, в виде каких-нибудь билетов. Это возможно сделать, даже сейчас в нашей стране. Почему бы тогда этого не сделать? Давайте это внесем в Конституцию, и государство будет вынуждено всем этим заниматься. Это была последняя статья данного раздела. Если у вас есть какие-то вопросы, я прошу студию режиссера вывести телефон на экран, и я смогу вам ответить на ваши вопросы, если они у вас есть.
Если же нет, то хотелось бы поговорить немножко о том, что произошло сегодня в парламенте Республики Молдова. Будут звонки, пожалуйста, вот они есть на экране. Звоните, будем общаться. Но пока я хотел бы сказать именно об этом пару слов, о том, что произошло сегодня. Сегодня в парламенте произошло важное событие. Был открыт путь к досрочным парламентским выборам. Это была вторая попытка избрать правительство, вернее, утвердить правительство. И эта попытка не удалась. Но то, что она не удалась, то, что не проголосовали и не было голосования, это все равно попытка. Это все равно попытка утвердить. Следовательно, так как прошло время, которое в этой нашей многострадальной, ныне действующей конституции отведено на то, чтобы утвердить правительство, и так как прошло выполнено условие о двух попытках, минимально двух попытках утвердить правительство, то теперь президент страны имеет все основания для того, чтобы распустить ныне действующий парламент, который не обладает легитимностью, который, к великому сожалению, не пользуется доверием молдавского народа, потому что был избран по правилам Владимира Плохотнюка с использованием административного давления, с использованием методов шантажа, а также был сплошной подкуп избирателей. От всего от этого надо уходить. Поэтому очень хорошо, что у нас в скором времени состоятся новые выборы. И я надеюсь, что пройдя через ряд юридических процедур технического характера, в очень скором времени президент страны Майя Санду объявит о досрочных выборах в парламент Республики Молдова. Хорошо ли это? Конечно, хорошо. Это шаг вперед. Однако я хочу вас предостеречь от того, чтобы не сильно радовались. Потому что система-то не сломана. Потому что конституция та же. Потому что всегда в судах сидят те же самые люди. Потому что люстрация не прошла серьезно, настоящая, масштабная. Потому что в ЦИКе сидят те же люди. Надо менять их всех. Надо сделать так, чтобы эти выборы новые были честные, независимые, свободные, равноправные. Чтобы новый парламент обладал полной легитимностью. И чтобы туда пришли самые толковые и грамотные ребята, грамотные люди, которые смогут принять, разработать и принять проект Конституции, который будет вынесен на всеобщий референдум. И мы к этому имеем с вами небольшое отношение. Однако, когда эти выборы будут... Выборы – это не день голосования. Я обращаю ваше внимание, что выборы – это процесс от даты их объявления до момента подведения итогов. Вот все это время – это и есть выборы, не день голосования. А значит, нужно активно участвовать, надо выдвигать людей, надо самим выдвигаться, надо активно участвовать во всей этой кампании, надо обсуждать, надо обязательно быть наблюдателями, чтобы ваши голоса не украли. Внимательно читать все, что предлагают кандидаты будущие. И для чего все это надо? Чтобы прийти на выборы подготовленными, чтобы не принимать решения о том, кто будет управлять страной и кто будет писать законы нам с вами следующие 4, а может быть и более лет. А для того, чтобы выбрать свое будущее так, чтобы потом об этом не пожалеть. А для этого надо быть обязательно подготовленным. Для того, чтобы сделать выбор не только сердцем, не только душой, но и разумом. Это было бы очень и очень правильно. Поэтому надо смотреть на то, чтобы те, кто будут многое заявлять и делать громкие популистские заявления. Популистские — это что? Безответственные. Они будут обещать то, что сделать нельзя. Вы должны всегда это соотносить с реальностью. Но вы разумные люди, вы разумный народ. Вам все время подсовывают только непонятно каких кандидатов, и вы всегда, зажав нос, выбираете лучшее из худшего. Я надеюсь, что в этот раз ситуация поменяется. Ну и напоследок, хочу вам сказать то и повторить то, что я говорил в предыдущей передаче. Даже если мы примем самые лучшие законы и самую лучшую конституцию, и народ ее поддержит, и она будет всенародно принята на референдуме, никакая конституция
не сможет вам гарантировать ничего, если вы не будете ее защищать, если вы не будете готовы отстаивать свои права. Я призываю вас всех быть активными гражданами, включаться в общественно-политическую жизнь страны. И давайте все вместе сделаем так, чтобы была принята новая конституция нашей страны, новый избирательный кодекс, с тем, чтобы привести толковых, грамотных людей к управлению страной и государством, для того, чтобы мы вместе с вами могли жить достойно, материально благополучно, и чтобы у нас была красивая, классная страна и интересное будущее. Спасибо за внимание.